осенью захотелось там прочесть. Это я так это, ну, по поводу еды, скажем так, это извращался. Ну, концовку-то из философского этого стиха. В Урюпинске поспели дыни. Бахча арбузами полна, а тут лишь облака пустые, да и тнимая каланча. В Саратове созрели груши, и девки ведрами звенят в находке из лосося суши под водку с баночкой маслят. В Тольятти друг лещей под пиво тягает прямо из реки, в Самаре ясь неторопливо в багажник падает с руки, в Бишкеке бишбармак из клячи, в Казань снова Кыздырма, меня там нет. А это значит, что на десерт не пахлава. В Хабаровске уха с тайменем, жарится лося кусок, в Сургуте на обед пельмени и балычок под коньячок. Мои друзья под Таганрогом, в Иркутске, Киеве, в Москве. Лишь я в сухую перед Богом сижу на мраморной доске. Женя, это вообще-то о родине. Вообще-то это о родине стихотворение. Вообще-то, да. О нашем родине.